Девушка, здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Да, можно. Тима. Артур. Аим. Может вас подвезти? Холодно. Ну да, в принципе, можно. Ну все, тогда я поеду, брат. Ты довезешь сам, да? Все, конечно. Давай. До свидания, рад был познакомиться. А сколько Артуру лет? Артуру? Угу. Ой, ему за 30 уже. Старый. Чем он занимается? Ой, он людей кидает на бабки. Да, он вообще гнида, гнилёв, нелюдь, дармоед, лодырь. Девушка у него есть? Женат был 2 раза, прикинь. Детей нарожал и всех бросил. Вот как так можно, да, вообще? Я же говорю, гнида. А я свободен. Если тебе не трудно, ты можешь, пожалуйста, мне его номер дать? Серьезно? Тебе зачем его номер? Я же говорю, он... Ну, мне нравятся такие парни. А, да? Да. А так-то я что же гнида? Че, пятый что ли? Ну да, а че? Пиздец, древний телефон. В смысле древний? Нормально? Паша, самое главное, работает, звонки есть, WhatsApp есть, че? Все, он не виснет, нормально? Да не зависает нормальный телефон, че ты? Ё-моё, капец, по идее, хлам вывозы. Какой хлам, его нормально работает? Вы-то каждый раз новый что-то покупаете. Что-то не знаю, зачем этот телефон обновляет каждый раз? Работает телефон? Работает, все. Сына, как дела? Нормально, я это в комнату пошел, ладно? Сынок, я так по тебе соскучилась. Baby, мама, делай как надо. Кирпичи танцуют на весах, это не лампада. Dirty Benz, вы на мне, Gucci бандана. Алис, ты готова? Да, дорогой, еще 2 минутки. Да, хорошо, не торопись. Дамбл сибирской коллекции. Еще пьем. Вкуснотища. Дорогие друзья, с наступающим 2025 годом. С наступающим! Все, милый, я готова. Блин, сейчас еще минутку. Хорошо, я подожду. Разбудите меня через 100 лет. Ребята, давайте поговорим по-человечески, а как друзья, как былые времена, а? Ну что, давайте поговорим, бросьте вы свои сотки. Что, бодрек сел? I go on and on and on and don't take them to the crib unless they bought. Я больше никогда не буду пить. This magic moment. О, братан, что вчера было? Чего?